Всем привет! Сегодня на ужин решила сделать драники из картошки. Белорусские драники, они обычно с луком делаются, но мне с луком почему-то они не нравятся. Буду делать без лука. Сейчас надо будет почистить картошечку. Не, наверное, лицо такое серьезное, сосредоточенное. Ну как же? Нужна концентрация в каждом деле. Меня за это не любят. И даже во многих коллективах за это ненавидели. А мне пофиг, что обо мне говорят. Как говорится, пофигистам в этом мире легче живется. Правда? Все, почистили картошечку. Все шкурки выбросить надо будет. Так, сейчас на терочке натрем картошечку. Вот, картошку натерли. Теперь надо добавить, ну, чаечки чуть-чуть. Ну, сейчас еще и яйцо взять. Ну, без яйца. Они даже так более какие-то хрустящие получаются, если яйцо не добавлять. Добавить, не добавить? Посмотрим. Соль. Забыла взять. Все-таки яйцо надо будет добавить. Сейчас пойду в холодильник и возьму. Холодильник у меня на балконе, так что пойду сейчас на балкон. Не прошло и полгода, я пришла и вернулась с яйцом с балкона. А, еще мои любимые специи. Ну как же, конечно. Приправа карри из пятерочки. Люблю все индийское, конечно. Не, в Индию я, конечно, не собираюсь. Когда-то была у меня такая возможность туда уехать, причем навсегда. Если будет интересно, я потом расскажу. Интересно? Интересно, неинтересно? Пишите в комментариях. Если будет интересно, я расскажу. Так, а пока все перемешиваем. Главное, чтобы сейчас она не была пересоленой. Блин, какой аромат. Боже. За что я больше всего люблю Индию? Это за ее ароматы. Блин, ну
Не, не те, которые потом. Не те, которые потные. Мерки, не те, которые пахнут специи и благовония. Ой, ой, просто идем. Наверное, мне для этого, наверное, нужен такой большой нос. Потому что для меня очень запахи в этой жизни очень важны. Я не знаю. Тут парфюмером становись, правда, я не знаю. Может, правда, хорошая идея, надо попробовать. Это я еще не пробовала, это точно. Так, немножко еще пускай. Все, вроде сковородка разогрелась. Она горячая сейчас. Уже будет первую партию. Вот такую красивую, классную, будет превращаться. Эта миссия будет превращаться в драники. В очень вкусные, привкусные, невероятно офигенно классные драники. Да. Машина здесь слушает. Вот они родненькие, жарятся. Сейчас пожарятся, будем вкусно есть их со сметанкой. Так, все, пришло время переворачивать. Меня даже немножко подгорает. Блин, неудобно, конечно. О, румяненькие, красивенькие. Ну, тут почти красивенький. Дай бог не выбросить из сковородки. Так. Опа. Оп. И оп. Вот оно все. Поджарилась, прожарилась. Сейчас будет вкусненько со сметанкою. Вообще, прям то, что надо. Попробую один. Офигенно. 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 Вот такие красивые дранчики у нас получились. Ням-ням-ням. Сейчас будем делать к ним соус. Так. Да, доску достала часов, чтобы измельчить. Сметанки чуть-чуть. Просто сметану. Что-то мне не прикольно. Сейчас я делаю чуть-чуть по-другому. Это универсальный соус, который я все время делаю таким вещам. Видите, горчичка. Русская столичная горчичка. Оп. Чуть-чуть. Вообще майонез не ем, поэтому делаю лучше сметану с горчицей, смешаем, и будет очень вкусный соус. Думаю, чеснок добавлять, не добавлять, и так, думаю, можно прям
капитулечку добавить для запаха. Так. Чеснодавку пользоваться не люблю. Не знаю почему, я ее даже у меня ее вообще и нету. Я ее и не покупаю. Она, в принципе, дорого-то не стоит. Но я не покупаю, почему-то, потому что я люблю так, чтобы чеснок был порезан. И еще раз. Оп. Можно еще чуть-чуть. Ну все, сейчас перемешаем. Будет вкусный-привкусный соус с драником. Так, пробуем. Горчички можно еще для вкуса. Ну, прям такой вкусовой оттенок придает и запах. Классно. Майонез заменяет. Прекрасно. Только, мне кажется, майонез вреднее, чем смешать сметану с горчицей. Ну что, приступаем к поеданию. Самых вкусных на свете драников. От скромности я не сдохну, конечно, никогда. Вилка не ем, руками вкуснее. Божественно. Сам себя не попалишь, что ты попалишь. Так что, друзья, присоединяйтесь, кто любит такие приятненькие вещи. Нельзя поесть. Приходите на кормлю. А пока все пока и приятного аппетита. Mm-hmm.